Призеров чемпионата мира по боксу принял сегодня Касым-Жомарт Токаев. Напомню, спортсмены казахстанской сборной выиграли в Ташкенте 4 золотых и 1 серебряную медаль. Глава государства поздравил их с яркой победой на прошедшем мировом первенстве. Взметнувшийся ввысь флаг и звуки нашего гимна воодушевили без исключения всех казахстанцев. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что наши спортсмены достойно защитят честь страны на предстоящих соревнованиях, а затем вручил руководству Казахстанской федерации бокса, атлетам и тренерам благодарственные письма и почетные грамоты. Главный тренер национальной сборной Мырзагали Айджанов подарил президенту боксерские перчатки.